Дорогие друзья, не так давно звучали поздравления с Днем Защитников Отечества. Ну а сегодняшний день окрашен ожиданием весеннего женского праздника 8 марта. С недавних пор мы объединяем эти торжества, чтобы собрать вместе доблестных мужчин, цвет нашего мужского общества, кадровых военных, сотрудников силовых структур и наших дорогих женщин, успешных профессий, наших многодетных матерей, посвятивших жизнь великому предназначению, вручить лучшим из лучших заслуженные государственные награды. На каждого из вас, кто стоит на страже мира и порядка в стране, прославляют Родину трудовыми достижениями, создают семью, продолжает род, возложена большая и важная миссия. Вы укрепляете политическую, экономическую, социальную и духовную основы нашего государства. Все, кто служит Отечеству, продолжая славные традиции поколения воинов-победителей, являются оплотом суверенитета страны, защитниками своего народа. Сильные, надежные, отважные, вы достойный пример для нашей молодежи. Дорогие женщины, вы знаете, что мы всегда преклоняемся перед вами. Восхищаемся вашей мудростью, терпением, умением совмещать семейные заботы, профессиональный долг, быть опорой для родных, близких. Я уже как-то говорил, вообще мы мужики, хоть иногда кичимся, но вы должны знать, что все, что мы делаем только ради вас. Не было бы вас, мы никаких благородных подвигов и поступков бы не совершали. Бережно относимся мы к многодетным матерям, настоящим героиням своего времени. Дорогие женщины и уважаемые офицеры, сила нашего народа, а значит государство таких, как вы, людях целеустремленных, самоотверженных, преданных Родине, семью и своему телу. Ваши награды, офицерские погоны – это символ мужественности, отваги и верности долгу, тем более генеральские. Орден Матери – символ женственности и сохранения семейного очага. Признание профессиональных достижений – символ таланта и трудолюбия. Я поздравляю вас с заслуженными государственными наградами. В этот торжественный день желаю вам здоровья, семейного счастья, благополучия. Пусть в ваших домах царят любовь, уют, тепло, а небо над родной Беларусью всегда будет мирным. Нам это всем надо. И будьте уверены, это главное, что я хочу сегодня сказать, ваша жизнь и жизнь наших детей мы, мужики в погонах, обеспечим сполна. Тем более мы в этом плане уже пользуемся поддержкой вашей. Я уже говорил, что прошедший наш мужской праздник мы разделили с вами, женщинами, потому что женщина в погонах – это не новость. И мы все защитники нашего Отечества. Ну а сейчас позвольте мне выполнить свою конституционную обязанность.